подняты беспилотники и вертолеты. В случае, когда активисты пытались подойти к забору, стреляли на поражение. Сейчас известно о практически полутора десятках убитых палестинцев, сообщается о 1300 раненых. Есть пострадавшие от слезоточивого газа, 150, есть пострадавшие от резиновых пуль, но есть и огнестрельные ранения. Махмуд Аббас объявил 31 марта днем траура по палестинцам, погибших накануне в пятницу. Более того, представители палестинской автономии потребовали вмешательства от международного сообщества. Ситуация, тем не менее, продолжала накаляться. Стало известно о том, что с воздуха израильтяне нанесли удары по нескольким объектам военной инфраструктуры Хамас и исламского джихада после того, как с той стороны забора безопасности по израильским военным был открыт огонь. Ситуация продолжает ухудшаться. Уже сейчас представители армии обороны Израиля заявили о том, что готовы к любому развитию событий этой ночью. Сергей Пашков, Вести, граница Израиля, сектор Газа.